Внизу экрана увидите комментарий, который оставили под одним из моих роликов на YouTube. Понимаете, правило «поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой» не работает. Если вы никого не грабите и не избиваете на улицах, то это не дает вам абсолютно никакой гарантии, что кто-то не ограбит и не изобьет вас. На мой взгляд, единственное правило, которое реально работает – относись к людям так, как они относятся к тебе. Если человеку на тебя наплевать, значит и тебе тоже должно быть на него наплевать. Если кто-то хочет причинить вред тебе, значит его нужно опередить. И самому причинить ему вред раньше, чем он успеет причинить вред тебе, и желательно гораздо сильнее, чтобы у него больше не возникало такого желания. А если кто-то относится к тебе хорошо, то значит и ты должен к нему относиться хорошо и помогать, естественно, по мере своих возможностей. Все мошенники и агрессоры в этом мире существуют только потому, что есть добрые лохи, верящие в то, что им кто-то когда-то рассказал. Но если каждый будет жить своим умом, то все агрессоры и мошенники исчезнут. Потому что их просто поперебивают, как только они попытаются на кого-то напасть или кого-то обмануть.